Брат, что с тобой? Просроченная шавуха, брат. Очень просроченная. Брат, ты чего не пугай так? Мы думали, в тебя Бузова шмальнула. Если серьезно, братья, я обещаю, второй сезон агент-шоу я никогда не забуду. Ты чего, братух? Один наш пиздатенький лифт чего стоит? Да ты чего? А человек из прошлого? Клянусь, мы будем делать все еще круче. Клянусь, мы будем делать еще круче. Клянусь своим геликом и Лехиной бэхой. Кредитик-то с горем пополам закрыли, слава богу. Клянусь своим геликом и Лехиной бэхой. Клянусь не обижаться на других блогеров и телеканалы за то, что вор... заимствуют наши фишки. Клянусь. Клянусь, мы подкинем еще форматов, которые можно будет спиздить. Клянусь. 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 Ага, сейчас. Вы знаете, сколько они стоят? Хотя я тоже не знаю, мне их муж подарил. Бля. А вдруг их тоже в кредит взял? Лёш! Добро пожаловать во вселенную Агент Шоу Лэнд. И сегодня у нас в гостях Тима Белорусских. Тима Белорусских, 21 год, певец. Его музыкальная карьера взлетела быстрее, чем биткоин. Трек «Мокрые кроссы» за месяц сделал Тиму одним из самых успешных фрешменов на современной сцене. Не сбавляя темп, Белорусских угостил миллионы фанатов витаминкой и подарил незабудку. Его треки в 2019-м набрали больше миллиарда прослушиваний. Обалдеть! Тима Тимулечка, да. Тимусик, да. Тимумуничичичка. Я бы хотела узнать тебя поподробнее, как и мои дорогие любимые зрители, и твои тоже, потому что у нас механика не самая обычная. Мы не берем стандартное интервью. У тебя 5 секций, 15 вопросов. Тебе нужно ответить на 10 честно и максимально прозрачно. Если ты не отвечаешь, я бью тебя электрошокером или вонзаю под ногти вот эти вот, собственно, гвозди. Тир правдой, поехали. Тесная гримерка не по райдеру, внутри Тимы – это ты, ага. Вялая незабудка – это я, и бабло Тима – это твои продюсеры. Погнали. Ну, давайте, все, просто сразу на уверенном. Давай. Оп, не по райдеру. Кстати, рядом ты кто-то видел? Конечно, я чувствую, на грани играем всегда. Итак, какая из твоих песен тебе больше всего надоела? Надоело прям? Да, ну, по-любому такая не, есть. Да, кстати, вот нету, не знаю. Нет? Бывает, может, надоесть, когда ты там выступаешь, может, какую-то усталость почувствовать, но вот песенки, все-таки песни, не знаю. Бывает же вот одну и ту же песню, знаешь, какой-то очень сильный хит, типа «Мокрые кроссы», да. Ты уже на концерте поешь, он тебя уже дико бесит, на самом деле, каждый раз как-то вот по-особенному, типа, да? Каждый концерт, он все равно какой-то вот другой, где-то там вот девочка какая-то особенная, там, маленькая. Девочка особенно маленькая. Там, или там вот что-то, короче, как-то по-особенному все, поэтому ты не думаешь об этом, но не можешь надоедать, это как... В общем, ты все свои песни любишь, они тебе не надоели. Да, я пишу только то, что мне вот нравится в первую очередь тоже, поэтому... Ну, прекрасный тост. С кайфом. Давайте, Мусик, дальше погнали. Так. Давай. Не по райдеру. Что-то прям лезет в райдер. Давай, нормально, там интересная тема. Самая зашкварная песня, которая тебя прокачала, напой. По-любому есть такое, знаешь, когда западает в душу какая-нибудь дичь. Я у меня не знаю, такая как тоже зашкварная. Я вот недавно меня прям разнесло от, я не помню, кого вот это вот. Мальчик хочет тамбов. Это Мурат Насыров, Алина. Да, да, да. Ты не зачитаешь, что нет, это зашкварная? Нет, ну она не зашкварная. А какая зашкварная? Ну, такая, ну не знаю, ну вот это. Ты имеешь в виду из того, что типа на слуху, да, сейчас, да, такое, да, все. Да. Любимка. Мне «Любимка» вот нравится. Ну, я не знаю, ну тоже не зашкварная песня, красивая песня. А вот что такое зашкварная песня? Ну, давайте типа... решим сначала. И понеслась. Все захочу на ну, ну просто подмигни, и мы поймем, что мы с тобой... Мы... Да! Спасибо, я довольна, давай. Все, я получила. Так, уходим с гримерки, короче.
внутри темы. Не страшно, не страшно. Давай. Нет. А, давай, если ты пропускаешь, не попадаешь, я выбираю тебе вопрос, на который ты отвечаешь. Это новые правила, которые я только что придумала. Тоже не получается, продолжай. Ну все, давай, давай. Ну, так, ну, бывает. Хотел. Давай, не попадаешь, я тебе выбираю. Смотри, куда. Слушай, смотри. Хотя я даже не с похмелья, очень странная ситуация. GoPro. О, бабло Тимы. Поехали. Посмотрим, что поехали у нас там. Сколько тебе сейчас нужно денег в месяц, чтобы чувствовать себя топчик? В принципе, на самом деле, я особо и не трачусь, как бы, я бы не сказал, что я такой, типа, ну, твой уровень же жизни затратный изменился по сравнению с тем, как ты жил там, ну, на 2 года назад. Вот, как-то я больше как-то на других, мне кажется, трачу, чем на себя. На кого, например? Ну, маме вот ремонт делаю уже который месяц. По факту, то есть у меня, ну, покушать, оно есть, то есть так, я дома сижу, у меня дома покушать есть. Все, так, что-то куда-то выехал, тоже особо ничего не надо. Одежду, может, какую-нибудь заказать. Ну, не одежда, знаю. Одежда, ты он Гуччи будет или что это? Нет, а, какие? Показалось, это просто штанишки. Гуччи ты. Реплика. Ну, не знаю, пускай будет, ну, не знаю, $1500. $1500 в месяц. Нормально, не слишком жирно. Слушай, я думал, ты скажешь там, типа, ну, десятку. Да не, ну, куда, некуда даже десятку. У тебя даже цепей нет. Хотел сказать, как у настоящих рэперов, но потом вспомнил, что ты и не рэпер. Малыш, давай. Я еще не рэпер. Ничего. Еще. Пока что. Ну еще, да, вран. Оп, тесная гримерка. Поехали. Так, 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 так. Считаешь ли ты справедливым состав музыкальных топ-чартов на сегодня? Не-не. Не считаешь? Да, я знаю даже, как оно там, что вообще как. Ну, расскажи. А, да? Ну, конечно. Я не знаю. Это, конечно, информация вообще не проверена. И лично мне никто об этом не говорил. Но? Но по абсолютно подтвержденной информации, эти вот все вот эти топы, то, что там Е-класс, супер, слушай, это можно даже немножко денежку занес, и вот, ну, работает это вот так вот. Поэтому, наши, ребятки, пацаны, вот на топы реально вообще обращать внимание. Не, можно, конечно, так послушать для ознакомления, конечно. Но чтобы это был прям какой-то показатель музла, это вот вы сами себя обманываете. Но мне вот просто как музыканту было бы очень обидно, да, то, что на вашем поле деятельности так и есть очень разное. Но, опять-таки, там, есть же адекватный слушатель. В любом случае он остается. И я призываю тебя, мой слушатель прекрасный, не обращай внимания на всякую ерунду. Слушай музыку ушами. Хуёво все, ребята, очень все. Даск, погнали дальше, красава. Жесткое шоу, видели? О, внутри Тимы. Понеслась. И понеслась. Ах, у меня сегодня настроение. Вспомни последний раз, когда ты проявлял агрессию, кричал на кого-то. Было вот прям, короче, недавно, у меня дома кот живет, и он, короче, каким-то образом выпал в окно, ну, первый этаж, ну, типа, ничего страшного, у меня там огражденная территория, все хорошо. И вернулся назад домой, у него что-то кровоточила лапа, и мы его отвезли к врачу, сказали, что каждый день надо ему ее обрабатывать, там что-то делать. И вот мы втроем, три здоровых хлопца, решили это сделать. В общем, держали этого бедного кота. Я его держал, а я его вот очень сильно люблю, у меня прям вообще душа прям ничего не может с собой сделать. И вот у меня приятель начал там что-то нажимать, что-то это, и я такой, все, да бля, не надо так сильно, там, да, там что-то, то есть в таком напряге, то есть прям, ну, в какой-то момент мне потом говорит, чел такой, йоу. Это что, была агрессия только что с твоей стороны? Погнали дальше. Нам нужно дротики. Я схожу. Хорошая попытка, сэр. Ой, здравствуйте, дорогие друзья. Я-то дротики собираю для Тимы белорусских. Да-да, сейчас я трогал агент-шоу штучки, вот эти лапы. Держи. Агент-шоу Лэнд, мальчик мой. Оп, внутри Тимы. Три, ну прям хочется покопаться, видишь? Да, ну интересно. Мне интересно тебя узнать. Как ты думаешь, а может быть даже и знаешь, что больше всего привлекает девушек в тебе? Девушек в тебе что больше всего привлекает? Ну, мне может кажется, вот потому что я вот такой вот, какой я есть, типа вот, мне не мешает, допустим, я там, когда что-то делаю, я не думаю, как бы мне там сделать, чтобы быть как-то вот, ну, как-то, то есть, да я такой обычный поц, зачатый в миссионерской позе под одеялом, то есть, ну, все вообще максимально такое, и, ну, не знаю, может быть, это и трогает как-то их. Так, раз, два, три, четыре, пять, тебе еще 4 вопроса. Да что ж такое, ну, я уже хотел прям. Надо, короче, просто ты кидать, просто о, не думай. Тесная гримерка. Да, не думаешь. Тесная гримерка тоже очень интересный раздел, мне он очень нравится. Давай. Не напоминает ли тебе современный отечественный шоу-бизнес провинциальную дискотеку? Понимаешь, о чем я говорю? Может быть, да, да. Показать, ну, вот друг другу там что-то показать, там, типа, смотрите, я вот, а ты нет.
а я еще и так. Ну, не знаю, ну, типа, мне забавно за этим наблюдать. Так вот еще совпало, что я в этом всем кручусь. И иногда просто такой, как мальчик с деревни со стороны наблюдаю. А вот на кого бы, вот, может быть, тогда тебе бы хотелось сравняться? Ну, на Америку, наверное? На Запад, конечно. На Запад. Когда челы вваливают миллионы в свой продакшн, когда ты видишь реально, что артист проживает свое музло, что это вообще не фейк. А когда, ну, как бы, я не знаю, я слышу эту тему как бы сразу, когда слышу там какую-то песню или кто-то что-то появляется как-то, я слышу, где что есть, поэтому побольше, чтобы вот было это. Чисто сердечко. Да-да-да. Согласна. Давай дальше. Так. Так. Ладно, пойдем вместе. Это давай так вместе. Не работает. А ты неплохо идешь. Ну, нормально, нормально. Вот мы тут да. Снова с Тимой собираем вот дрочки. Вот, которые все время мимо летают. Вот, ну все, вот это твоя. Да. Вот, все, насобирали. Так. Короче, а вот, да, я просто. Так. Когда неосознанно кидаешь, тогда ты больше просто, шансов. Ты, мне кажется, вообще ну, никуда не целишься. Ты просто ебашишь и все, типа... Да куда? Ты же я должен... Ты просто, ты хотя бы... Ура. Попробуй целиться, Тим. Внутри Тима, все, я не должен просто закидывать познать туда, себя. Целиться. Внутри ну, Тима. Вот. Поехали. Все, слушай, у тебя прям вся категория... Хотелось, хотелось. А вопросик. Вот как раз-таки я немножко пыталась копнуть. Плохой Тима белорусских. Какой он? Обратная сторона медали. Не знаю, наверное, неблагодарный такой, типа, такой, знаешь, который, типа, ребят, все, пожалуйста, отвяньте, все. Вот я вот в этом углу сейчас накроюсь полотенцем и буду сидеть, а и вы просто... А так всегда было? Может быть, это просто звездная болезнь? Не-не, так, ну, было всегда, когда... Стресс? Какой-то момент уединения, да, сейчас он просто такой бывает. Вот чтоб вот каждый сам по себе и вот только без меня. Ну, отъебитесь, короче. Давай дальше. Так. Не то, что, ну... Ну-ну. Ну, не метод, вот. Вялая незабудка, наконец-то. Так практически ты все во всех категориях я побывала. Я везде побывал уже. Публикация в СМИ, которая тебя оскорбила. Прям оскорбила? Да. Я все время ловил какую-то эмоцию, типа, когда что-то читал, такой, да не, ребят, ну, это же неправда. А зачем мне так пишут, типа, а это же... А ты понимаешь же... то, что есть сегмент людей, которые очень верят. Плохо сидят в интернете и верят вот всем, конечно, этим штукам? Конечно, и вот это обижает, то, что они подумают, что ты там такой-такой или сякой, там, напишут, что ты гей, и они будут думать, что ты гей. Ну, типа, я не знаю, прям что-то такое, что-то, что обижало, нет, просто она все время какую-то реакцию вызывала, в какой-то момент она просто перестала вызывать реакцию, потому что, помнишь, ну, как бы... Оно будет все равно дальше идти, а как что, бы. А что могло вызвать реакцию? Вот конкретно, что да, я не помню. Да даже, ну, тот же футбич, типа, знаешь, я там не особо занимался, типа так ходил, и там прям он из хорошей, там вообще он хорошо учился в школе. Я никогда хорошо в школе не учился, там, знаешь, какую-то инфу, то есть берут вообще, знаешь, то есть ну, вообще это там. Не, не образно, агрессивно, это я образно чувство. Имею в виду. Я такой, типа, прям это несправедливо. Почему люди обманываются тут-ту-ту? А потом, как бы, я понял, что, ну, кто захочет, в любом случае, все узнает, послушает, лично спросит, я не знаю, если он этого прям очень захочет. Давай дальше. Поехали. Оп! Ну ладно, пойдем. Сходи, еще. Я бы не пойду. На, смотри. Я два раза уже ходила, вы пойми совесть. Ладно, ладно. Один вопрос остался. Один? Выбирай ну, четенько категории, вот, все, везде, вот, все да есть. Да я просто туда. Все, не по райдеру, погнали. Слушай, ты выбил целиком две категории. Ну. Тебе за это ничего не будет, просто круто. Видите? Вопросик. Незабудка, витаминка, одуванчик. Не считаешь ли ты себя заложником своего музыкального стилечечка, мой нет, хороший? Нет, кстати, нет. Мой вообще, хороший. Абсолютно нет. Единственное, что люди немножко сами как бы делают из любого акцент? Артиста заложника, да, типа вот ты сделал так, и они такие, во, этот чел вот только так. Ну, ты понимаешь, что да, здесь имеется в виду, что все песни такие очень уменьшительно ласкательные, то есть ты такой вот очень легкий, открытый, вот мальчик-одуванчик, там птичка у тебя есть, вот оно все такое вот. Но все-таки это же тоже определенный стиль, от которого можно наустать. Да я всегда, на самом деле, делал разную музыку, типа еще там до Тимы Белорусских у меня были проекты, которые я там занимался, у меня там всего там типа больше 200 песен, типа, и... Разное музло делать, как бы я тоже могу, там, если там оно прям есть какая-то, знаешь, острая необходимость в этом. Но сейчас я какую-то ловлю в этом прикольный вайб. А есть в тех проектах какое-нибудь жесткое музло, типа про наркоту, про тёлк, про андеграунд? Ну, я был в андеграунд времени, да? Конечно, конечно, где типа. А есть. А сможешь строчки? Это строчки. Серый воздух там. Блин, вообще не могу ни одного. Слушай, ну сейчас сложно, у тебя жизнь. Ну, андеграунд время. Ну, было прям реально, когда мы вот типа с 14-го там или с 13-го по. 16-й год, чисто андер, мы падик, ребята, мы двигаемся вперед. Случился такой даже момент, что я вот, знаешь, вот вышла песня «Незабудка», она очень понравилась людям, и я такой, блин, круто. Я так начал немножко дальше как бы в этом всем копаться, я заметил даже какой-то момент, что я изменился, типа, что за счет того, что я несу такой вайб, я стал сам светлее, как человек какие-то, то есть
плохие мысли меня там покинули, или там хороших, наоборот, прибавилось, как бы. А касаемо музла, что я заложник жанра, вообще никак нет. Надо что-то делать с этими топ-чартами, потому что это уже этим никуда не годится. Сделаем так, что просто давай, свою, короче, площадку. Ну и все. Как она будет называться? Никак. Мы туда никого не будем звать, просто будем. Обиженные топы. Там просто нули будут всеми такими. Выбирай игрушку. Ты ответил на все вопросы, не зажопился. Я панду забираю. Все, топчик. А я ничего не забираю. Потому что у нее такие же глаза, как у меня, черные под глаза. И она новая, по-моему. Была когда-то. Да, и она не новая. Погнали. Блин, она реально воняет. Жестко. Киме предстоит лиричная дорожка. Отвратительно интересно и мерзко лирично. Белорусских споет там хит с последнего альбома. Но чтобы допеть, нужно постараться. Со смазливыми рифмами смешаются тараканы, пиявки и коровий навоз. Наступай уверенно, Тима, и пой. Главное, не останавливаться. Тим, когда-нибудь сталкивался с лиричной дорожкой? Если нет, то сейчас будет именно такая. Я веду тебя за ручку. Да. Ты поешь свой нашумевший хит «Одуванчик», только в несколько лиричном исполнении. Конечно. Мои дорогие друзья будут открывать для тебя новый мир, в который тебе нужно будет вступить ногами, двумя, не бойся вставать. Конечно. Но при этом не прерывать свое пение. Унеси меня в наш завтрашний день. Подари мне разноцветные краски. Я зарисую на твоем лице тень и дорисую только яркие маски. Мы будем долго петь про солнечный день и бегать босиком по теплому тротуару. Только не забывай меня насовсем, ведь я тебя никогда не забываю. Ёбаный в рот. Ты меня ловишь руками, как солнечного зайчика, а я скольжу по твоим губам. Ты уверена, что я буду кальчика, чтобы я тебя не повышу руками, как солнечного зайчика. Сейчас скажу по твоим губам. Ты выдыхаешь на меня пухотума, чтобы я тебя не поцеловал. А вот это так чисто охладить. Отлично смыли, жесть. Второй куплет. Унеси меня с собой насовсем. Ой, ты люблю. Унеси меня разнообразным. Немного хип-хоп right now. Is the message. Там что-то еще я должен был петь. Это еще мозги, офигеть. Прикольно. На-на-на-на. И выход на припев в конце, что там? Кто? Ну давай, удиви меня. И когда звезда будет лететь, загадать желание, чтобы я стал человеком. Ты меня ловишь руками, как солнечного зайчика, а я скольжу по твоим губам. Ты выдыхаешь на меня пух одуванчика, чтобы я тебя не поцеловал. Ты меня ловишь руками, как солнечного зайчика, а я скольжу по твоим губам. Ты выдыхаешь на меня пух одуванчика, чтобы я тебя не поцеловал ногами. Ты выдыхаешь на меня пух одуванчика. Здесь тоже нужно дуть, чтобы выиграть. Задача проста. Как можно скорее отправить мяч в ворота, используя только дыхание. Вместе с Тимой и Настей сегодня дунут легенды сборной России по футболу. Ну что, Тим, добро пожаловать на поле боя. Я знаю, ты увлекался футболом, я нет, но будет очень интересно попробовать, потому что мы будем дуть не самым стандартным образом. И, как ты понимаешь, вдвоем мы против друг друга играть не можем. Нормально. Нам будут помогать легенды российского футбола. Александр Мостовой и Владимир Быстров. Yep. А вы где, пацаны? Мы здесь, Вылезаем. В таком состоянии. А мяч кто-нибудь видел? Начали. Нормально. Ух ты. Вы разворачиваете? Да в рот не бери. Как это? Ой, я сегодня... Атакуйте его рот. Давай, нас погоня. Здесь я справлюсь. Тима, пошел. Давай, ой, красавец, красавец. Давай, Тим, души, души. Души его, души его. Хорош, да. Штанга, ну да. Оп. Ой, 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 ой. Красавец.
Нормально, башка уже кружится. Да ёлки-палки, голова на шее. Поехали. Пошел, давай. Давай. Хорош, хорош, хорош. Верхом надо, верхом забивай. Напряженный. На голову! А, я заговорил! На! Успокойся. Еще рядом почти. За верхом можно, да. Если пальчиком, да. Свистите, свистите. Мы выжидаем. Пошел, Тим. Спокойно, что там по времени? Слив. Тим, у тебя осторожно, защитник за спиной. Я тебе вот отсюда. Передачку дам, передачку дам. Сзади пришел, шайбу хватай. Ой, спокойно, здесь Питер. Зубы. Давай зубы показывай. Легенды здесь. Все, осторожно. Есть, все, время. Да? Нормально. Меняем с оборотами. Да, любом оборотами поменяемся. Конечно. Начали! Пошел, бросай. Ты забил? Да. Погоди, погоди. Давай. Ой, блин. Ёлки-палки. Это сейв, да. Ничего, это на Василевский как-то. У меня голова закружилась. Слушай, на воротах-то нифига себе. Пипец, да, на воротах-то. Они тебя заговорили. Начали. Я знал, что ты ему бросил. Я знал, что ты ему бросил. Давай еще, мяч. Начали! Да. Зам. Блин, да ёлки-палки, я не вижу, когда здесь, когда твою лицо передо мной, это хорошо, а когда знаете на... Начали! А что ты им-то все кидаешь? Ты нормально? Тима! Тима, держи. Спасибо. Бесит, понимаешь, да? Так, пенсионер, обыграйся. Ты что? Я иду. В атаку! Как такой жестокий вообще. Это просто. Девятку. Левую, в левую девятку. На самом деле, если я забил, рукой подкинул. Правую девятку. Начали! Ты посмотри, там раскусил я этого вратаря. Вы меня разозлили, блин. Тима, спокойно, играем, мы играем на удержание. Сюда, играем на удержание. На тебе! На удержание. Отлично. Все, да. Браво. 4-1. Спасите, сохрани. Вот главная цель финального испытания. Мы поместили в прозрачный куб близкого для нашего гостя человечка. Задача – отвечать на вопросы быстро и правильно. Иначе любимку ждут ужасы, мерзости и нежданчики. Миссия – спасти любимку. Поехали. Тим! Да. Ты готов спасти любимку? Конечно, конечно. Тебя даже не смутило, что я сказала любимку? Конечно, нет. Меня ничего не смущает. Хорошо, это прекрасно. Это финал нашего шоу. Сейчас будут яркие эмоции, всплеск, который будет будоражить наши сердца. Здесь находится человек, которого ты знаешь. Угу. Он тебе близок, и тебе нужно будет его спасти. Блядь. Вот вы серьезно? Ну все, я не буду ее спасать. Ну, все четко. Все хорошо? Все четко, класс. Саша твоя подруга? Ну, можно и так. Была? Да. Я задаю вопрос, 4 варианта ответа. Отвечаешь неправильно, ей пиздец. Давай, мне нравится конкурс абсолютно с самого начала. Итак, первый вопрос. Какой белорусский футболист является олимпийским чемпионом? Александр Глеб, Сергей Горлукович, Александр Кульчи, Сергей Гацманов. Александр Глеб. Это неправильный ответ. Опарыши на Сашу сейчас со все дружным строем сыпятся. Это настоящие опарыши, да. Живые настоящие опарыши. Тарас, до конца, высыпай, высыпай. Тарас. Да, это Тарас. Тарас и Яков. Она сейчас тоже говорит, Тарас, ах ты Тарас. Сколько человек подписали соглашение в Беловежской пуще? 4, 5, 6, 7. Пускай будет 5. Да я не знаю такие вопросы. Это неправильный ответ. Поток карасей на Сашу. Пожалуйста, Тарас, выливаем. Опарыши и карась. Правильно, 6. Следующий вопрос.
Трек какого белорусского артиста был в саундтреке GTA? ЛСП, Ляпис Трубецкой, Серега, Лепреконцы. Лепреконцы? Это неправильный ответ, Серега. Сейчас мы бьем Сашу электрошокером. Александра, я извиняюсь, но... Ладно, 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 все, пошугали, хватит. Тарас, Яникс. На какой трек Ян добавил смех Саши? Альфа и Омега, Аленка, Во дворе, давай повторим. Альфа и Омега. Это правильный ответ, Саша, ничего не происходит. Идем дальше. Какой город является географическим центром Европы? Минск, Полоцк, Витебск, Гомель. Минск. Это неправильный ответ. Полоцк. А, точно. И на Сашу мы выбрасываем холодец. Бомбардировка холодцом началась. Контент по-другому не делается. На деньгах какой страны изображен трактор Беларусь? Вьетнам, Польша, Беларусь, Китай. Честно сомневаюсь, но пускай все-таки будет родная наша РБшечка. Это неправильный ответ. Вьетнам, пюрешка на Сашку выливается прямо сейчас. Какой Вьетнам? За что Вьетнам? Ну это же Вьетнам. Теплая пюрешка. Можно, смотри, рыбка с пюрешкой, сразу гарнирчик, Сань. И вот опарыши тоже, кстати, полезны. В них очень много белка. А белок для женщины, как говорится, наше все. Кто из этих актеров имеет белорусские корни? Стивен Сигал, Сильвестр Сталлоне, Савелий Крамаров или Марк Дакаскос? Марк Дакаскос, любовь. Сильвестр Сталлоне, не? Неправильный ответ. Стивен Сигал. Кстати, думал, а что это у нас? А, это яйца. Все, четко. Так, где белок, там и яйцо. Погнали. Ты моя мега, я твой. Тим, ну ты хотел, ты получил. Да, ну на самом деле, ну, уже ничего не сделать. А какой из этих мессенджеров разработан в Беларуси? WhatsApp, Viber, ICQ, Telegram. Viber. Это правильный ответ, Саша, ничего не происходит. Ну я знал просто. Идем дальше. Рекордная продолжительность жизни самки зубра. 25 лет, 30 лет, 20 лет, 40 лет. Пускай будет 30 лет. И это правильный ответ. Саша, ничего не происходит. Сань, ну выходи, давайте обнимитесь там, Тим. Обними подругу. Блин, да ладно, серьезно, я прям, ну, так старался. Давай потом я переоденусь, мы обнимемся. Давайте выпьем за лося. Чтоб хотелось, и моглося, богателось и ебся. За лося! Спасибо. Значит, у меня новая прическа, а еще это новый сезон Агент Шоу. Как только ты зализываешь волосы и делаешь так, ты похож на вот итальянца какого-нибудь футболиста, который обязательно должен быть геем. Клянусь, я забыла слова. Клянусь своим геликом. И твоим вердолетом, клянусь. Бля. А вдруг их он... Как ваше настроение? Прекрасно, конечно. Ожидали такого? Заряжен, конечно, ожидал вообще всего. Настя увидел, просто обрадовался. Все? Конечно. То есть цирк? Она шел Джей знает. Вы знали бы? Она кого знает? А, понял. Первый раз попробовали, и, знаете, даже немножко захватила такая энергия, потому что, с одной стороны, сказал, что ничего такого, а, в принципе, действительно неплохо, да? На самом деле, он врет. Просто они сегодня играли дома, им подыгрывали. Судья снизу, судья, понимаешь? Снизу. Он думал, что это он забросил веком. Я рукой кинул, он говорит, ничего себе, как получилось. Следующий матч у нас дома, короче, и нам 3-0 ответ, вполне да. Устроили. 3-3, да, 3-3. Да. 3-0 мы дальше 4-1. Проходим в финале. Привет, наши маленькие любители сочного контента. Ну, я вытащила из тебя все, что хотела. У меня получилось. Все, пойду вытаскивать. Какого тиму белорусских вы еще не видели? Какие впечатления? Да, пиздец. А по-другому? Охуенно. Без матов. Без матов. Великолепно. А по-французски? Ты охуенно, что сильвуплер, ёпта. Ха-ха-ха!
Да, мексиканка, я тебе дам пизды. И сзади лошадки. Всем пока.